Друзья, всем привет, друзья. Сейчас иду на работу. Сейчас дождик маленький моросит. Я, видите, капюшончик одел. Вот. На улице так довольно-таки прохладно. Но у меня курточка теплая, норвежская, классная. Так что все будет путем. Все нормально. Отсвечивается эта сторона. Ну, спалось мне нормально, хорошо спал, правда, лег поздно, где-то уже в 1:30. Вот. Ну, а встаю я в 7 утра. В 7 утра уже встал. А, еще хотел вас попросить. Вот до этого я снял ролик там про бабушку Дузю. Про бабушку Дусю. Такой персонаж. Ну, просто снял, чтобы вы там посмеялись, поприкалывались. Напишите, как вам такой образ, может, и дальше.